Автомобилистам Иркутска явно стало тесно на дорогах, и они решили захватить тротуары. Благо, дело происходило ночью, и на пути не оказалось пешеходов. Лихач, 20-летний студент, свою вину в полиции признал, но толком объяснить, зачем выехал на тротуар, не смог. Так же, как и два водителя, выбравшие для дрифта площадь у памятника в центре города. Если так пойдет и дальше, пешеходам в Иркутске не останется места.